Их отобрали из 1000. С высшим образованием, высокого роста, приятной славянской внешности, физически сильных. Они удостаиваются особых проводов, особой чести. Напутствуют 15 молодых людей лично глава региона Михаил Игнатьев. И это неспроста. Ведь они без 5 минут солдаты элитного кремлевского полка. А в его расположение попадают только лучшие из лучших. Это для всего чувашского народа большая честь. Но для призывников это вообще такая возможность. Во-первых, их же отобрали комиссионно, значит, по состоянию здоровья, по силе духа, по дисциплине, по разным критериям. Там каждого не возьмут, это вы все прекрасно знаете. Я видел, у всех глаза горят, призывники хотят пойти служить, родители рады и горды за своих сыновей, то, что они попали в этот полк Федеральной службы охраны президентского полка Московского Кремля. Ну, я, в принципе, давно планировал. Старый план. Года 2 примерно. Ведь сейчас Пышков сразу заявление подал в президентскому полку. А ты знаком с задачами, которые стоят перед вами? Конечно, знакомились со всем. Маршировать, стрелять. Долг выполнять перед Родиной. Провожали их осенью. И спустя полгода это уже не те ребята, которые уезжали в ноябре из Канаша. Они заметно возмужали. Александр Головинов сейчас несет службу у вечного огня на могиле неизвестного солдата. На главный караульный пост Российской Федерации попасть невероятно сложно. На протяжении 3 месяцев юноши отрабатывают строевую подготовку и постигают азы владения карабинами. К стенам Кремля заступают только лучшие солдаты, которые выдерживают сложные, даже по меркам президентского полка, экзамены. Наша рота выезжала в Купавну, где мы занимались строевой подготовкой, отрабатывали шаг, занимались карабинами. И там существует макет, ну, практически точное подобие могилы неизвестного солдата, где мы тренировали заступление. И по итогам там, ну, мы выставляли оценки и потом ставили в караул. В свободное от караулов время солдаты тренируются. Отрабатывают все до идеала. Вместо тренировок – двор здания арсенала Московского Кремля. Выход на пост номер 1 – это целый ритуал. И каждое движение должно быть отточенным. Количество шагов, остановки, повороты – и тот самый пристальный взгляд солдат друг на друга при смене караулов. Это то, чем восторгаются москвичи и гости столицы, которые приходят специально посмотреть на развод караула на Манежную площадь. Собственно, сама тренировка всегда остается за кадром. Солдаты первой роты специального караула признаются, что сложнее всего было привыкнуть к частым фотоспышкам. Обычно за сменой караула наблюдают десятки людей. Военнослужащим приходится проявлять невероятную выдержку. Просто стоять час в строевой стойке. Ну, для начала это сложное испытание, но потом привыкаешь. Ну, как работать? Каждый день это вообще ты выполняешь. Интересно стоять, наблюдать за эмоциями людей, за их яркими глазами, за вспышками камер. Ну, я думаю, это, наверное, одна из самых почетных служб, которые можно вообще придумать. Близкие Александра не раз приходили к посту номер 1. Эти фотографии сделала его родная сестра во время майских праздников. В апреле родителей новобранцев президентского полка приглашали в Кремль на день открытых дверей. Тогда призывники показали всем, чему их обучили на службе. Мама Александра признается, что характер сына изменился очень сильно. Он у нас вообще по природе такой, всегда был активный, шустрый мальчишка из детства и в возрасте. И чувство юмора у него хорошее. И иногда даже я как мама, наверное, считала, что иногда он слишком эмоционирует, и вот у него энергии очень много. А здесь он научился себя контролировать, научился быть более дисциплинированным. У нас в семье 2 сына, да, и поэтому у нас даже не обсуждалось, идти в армию или нет. У нас оба мальчика, они ходили в армию, то есть старший уже служил после института, младший сейчас служит. Поэтому это у нас даже не было вопроса, идти или не идти. Мы всегда знали, что мы в армию идем. Рядовой Юрий Казачков несет службу на не менее значимых постах. Он заступает в караулы у Кутафьева и Троицкой башен Кремля во время конных и пеших разводов. И здесь у солдат президентского полка есть тоже свои ритуалы.
также учится работать с карабином и также свой шаг. Но шаг в основном один, 90 градусов. Шаг под углом 90 градусов. Этому солдат президентского полка начинают обучать уже с первых дней службы. Но оттачивают его не только на тренировках. Даже в оружейную комнату они заходят с троем. Это тоже особенный ритуал. И в кремлевских казармах его соблюдают всегда. Вообще, в президентском полку существует немало славных традиций. Когда в Кремль солдаты приезжали служить на 2 года, здесь подсчитывали, сколько раз они выходили в караулы на пост номер 1. Самые лучшие заступали к вечному огню более 100 раз. Именно они попадали в почетный список, который по сей день вывешен на стенах казармы. В полку каждый месяц подводят итоги. Здесь выбирают лучший взвод, отделение и солдата. Фотографии отличников службы появляются на этом стенде. Снимки тех, кто нарушают дисциплину, попадают сюда же. Правда, эти рамки уже давно остаются пустыми. А здесь кремлевские солдаты хранят свою форму. Вот такой китель они одевают, выходя на общенациональный мемориал воинской славы. В особых случаях военнослужащие облачаются в гусарский мундир. Это у нас для развода конных пеших караулов. То есть она... Здесь со времен Николая II примерно выглядело таким образом. К нему прилагается у нас кивер. Выглядит он примерно таким образом. Также у нас зимний вариант этого. А вот так искусно новобранцы кремлевского полка обращаются с боевым оружием. Они с легкостью поднимают карабин вверх и держат его рукоять на ладони, слаженно откидывают штык-ножи. Эти приемы солдаты отрабатывают каждый день. Штык. Прием. Точно. Просто. Скажу, один сюда. Нет. Штык. Один здесь справа. Прием. Точно. Штык. Один чуть слева. Откинуть. Солдаты элитного кремлевского полка и действительно все равны как на подбор. Идеальное здоровье, рост не ниже 175 сантиметров. Особое внимание при их отборе обращают на внешность и даже на речь призывника. Оно и понятно, ведь солдаты этого полка на виду у первых лиц государства. На мероприятиях с участием президента страны именно они вносят в зал государственные символы. Солдаты кремлевского полка в первых рядах и на параде Победы. А в годы войны именно они обороняли стены московского Кремля. Вообще славные традиции по охране первых лиц страны и стратегических объектов в полку передаются на протяжении 78 лет. Для любого юноши, который попадает сюда на службу, потом открываются дороги во все силовые структуры. Думаю продолжить военную карьеру. Но я рассматривал МГУ, военную кафедру, и вообще подумываю об Академии ФСО. Чувашия направляет сюда своих призывников на протяжении вот уже 4 лет. И такая возможность попадает далеко не каждому региону. Та работа по подготовке до призывной молодежи, которую мы сейчас проводим в республике, она включает, и начиная от школы, классы ОБЖ, она включает сюда, допустим, такие мероприятия, как «Зорница», «Орленок». За все это время, у нас более 45, уже 46-я игра была, за все это время она ни разу не останавливалась. Если в других субъектах ее вообще нет, как пропал социалист, так пропали и вся эта огромная работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи. И она дает свои труды и свои результаты. Вы правильно говорите, что далеко не каждый регион, даже я скажу больше, не каждый регион, допустим, наши соседи и так далее, что не отправляют они туда. А у нас ребята наши востребованные. На сегодня уже более 60 человек там отслужило. Отслужили хорошо, все с благодарственными письмами. Все ребята приходят, ну, соответственно, и устраиваются хорошо, потому что это все-таки очень самое, наверное, престижное место службы в армии. Более престижного, наверное, нету. До последнего момента не было известно вообще, идешь ли ты в президентский полк или нет. То есть ты узнаешь почти по самый конец. Но вот когда ты узнаешь об этом, как бы чувство радости немного переполняет. Ты приехал в Кремль, ты начинаешь, видишь это все внутри и считаешь, что
До сих пор своим глазам может не верить, что в Кремле. Более престижного полка в стране и действительно не существует. Попасть сюда мечтают тысячи, но только единицы отправляются служить в самое сердце России. И уже осенью еще у 15 ребят из Чувашии мечта сбудется. И они оденут ту самую форму солдата президентского полка.